Чемпионы посетили Иваново. Победители и призеры Олимпийских игр по разным видам спорта в пятницу встретились с воспитанниками спортивных школ. Среди визитеров – победительница Олимпийских игр по художественной гимнастике Ольга Гладских, призер Олимпийских игр по водному поло Сергей Габузов, призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Сельков и двукратный победитель Олимпийских игр по гандболу Александр Тучкин. Юные спортсмены получили из рук чемпионов значки ГТО. В последнее время мы все прекрасно понимаем, что дети у нас за гаджетами. И когда мы посещаем многие школы, и когда ты видишь осанку детей в 12-13 лет, как они сидят за столами, за партами, то невольно думаешь, а вообще они занимаются спортом или они постоянно сидят в интернете или еще где-то. Поэтому, когда люди начинаются и всей семьей начинают сдавать нормы ГТО, это не просто отрадно, это великолепно. Это гениальная идея возродить это движение для того, чтобы все-таки нация оздоровлялась и дети больше уделяли внимание спорту.